Добрый день, уважаемые телезрители живого телевидения. Сегодня у нас очередная программа «Букинг», ведущий в студии Юрий Проскуряков. Нашей гостью сегодня является поэт Марина Левина. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Рад вас видеть в нашей студии. И я, честно говоря, третий раз готовлюсь уже к нашей встрече, и вот, наконец, она состоялась, чему я несказанно рад. Я хотел с вами поговорить о некоторых мотивах вашего творчества. Ну, естественно, вы, наверное, почитаете стихи, когда захотите, и когда будет для этого время, во время передачи. Но прежде чем к этому приступить, мне было бы интересно узнать. Вот вы опубликовали книгу «Осколки». Ну, на мой взгляд, очень талантливую, интересную книгу. Вот это я показываю ее телезрителям. Не знаю, доступна ли она в продаже или нет, или это раритетное издание. Раритетное. Но раритетное издание – это даже лучше по нашим временам, поскольку раритет – значит редкость, да? Сразу статус имеет редкость. Ну да, еще вот только что вышло, а уже имеет статус редкости. Сейчас, кстати говоря, не такое редкое дело приобретать статус редкости, в то время, когда могло бы, конечно, публиковаться и большими тиражами. Вы, кстати, эту книгу самостоятельно делали? Или же это какое-то издательство взялось за... Нет, я делала ее самостоятельно. Вот, это, значит, судьба всех наших талантливых людей сейчас почему-то. Я уж не знаю, почему мы дожили до жизни такой, но издательство почему-то и критики издательства, я не знаю, есть ли они там даже. Вот, но они не интересуются современным текущим процессом. А то, что они публикуют, это, ну, не будем на этом останавливаться подробно, но многие уже с этим познакомились на прилавках книжных магазинов. Ну вот, так вот, значит, эта книга, она состоит из трех разделов стихов. Ну, это как бы такие, что ли, поэтические главки. И эссе, которые я бы предпочел называть не эссе, поскольку это не эссе, а скетчами. Это больше похоже. Скетч – слово значит «набросок», очень редкий жанр в литературе, но вполне заслуживающий внимания читателей. Вот, скажем, скетчи Сараяна, американского писателя, они пользуются заслуженным успехом в Соединенных Штатах. Так вот, я вам обещал, что я тут готовился, даже кучу поназаписывал. Я вам обещал начать не книгу, я показал просто потому, чтобы зрители увидели предмет, так сказать. Беседы. Нет, это не предмет беседы, а это повод для беседы. Но не обязательно, это могла бы быть и рукопись. Я обещал начать не с этого. Вот в этой книге, как мне кажется, вы обладаете поэтическим дарованием, конечно, читателям судить об этом, но вот мне, как стоящему при музах уже там добрые полвека, это показалось талантливыми стихами. Но вот эти стихи, они, кроме того, что они талантливые, они весьма симптоматичны. И они, что мне особенно понравилось, они являются вполне традиционными для поэзии. То есть в них нет каких-то поисков формальных, вот так скажем. Но зато в них есть поиск себя. Вот на Западе почему-то поэт, который впервые публикуется в этом западном мире, который нам так не нравится в последнее время, когда он публикует свою первую книгу, он публикует всегда книгу о любви. Вот чем и отличается ваша книга, как я ее понял. Но у нас почему-то первую книгу почти всегда поэт, это было практически во все времена, это книга о родине. Если даже вот я нашел только одного у нас писателя, который опубликовал первую книгу о любви, это был Александр Блок, гениальный поэт. Но когда я стал вникать в эту книгу, то в конечном итоге оказалось, что он под своей любимой все равно имеет в виду родину. Вот как... Какой период вот охвачен? Чем? Ну, то, о чем вы говорите, что первая книга
выпустили. Это стрельцу на все века так был. И у нас почему-то, вот мы отличаемся от всего мира, там даже не только от европейской, но и от восточной, еще в большей степени поэзии. И почему-то у нас пренебрегают любовью и как-то сразу хотят перейти к гражданственной теме. Гражданской позиции. К большой, большой гражданственной теме. Вы там, кстати, тоже не избегли подобной конъюнктуры, когда сочинили про Севастополь. Про Севастополь сочинили. Я думаю, Юрию Михайловичу Лужкову очень понравилось это стихотворение. Вам нужно ему послать его вместе с посвящением. Но это не портит саму книгу, потому что автор волен писать то, что ему нравится, не оглядываясь там на какие-то предрассудки. Так вот, значит... Но самый главный мотив всей книги, как я его увидел, это некая иллюзорность. Вот, значит, книга называется «Осколки», хотя этому посвящено три стихотворения, где упоминается это слово. Но все-таки «Осколки» мне не самое главное, а самое главное – это иллюзия. Вот некая иллюзия, как будто бы внешний мир находится за какой-то... прозрачной пеленой, что ли, или каким-то невидимым экраном, и с ним автор даже не пытается соприкоснуться нигде, ни в каком месте, а просто передает свои ощущения от иллюзорности своего же собственного восприятия, того, с чем он сталкивается. Вот это как раз нетрадиционный аспект, потому что обычно вот Рансар, французский певец любви, классик такой вот, как у нас Пушкин, он, конечно, свои сонеты посвящал вполне конкретным субъектам. А у вас видится кто-то, кто стоит за этими стихами, совершенно конкретный человек. Но этот человек нигде не обладает никакими реальными чертами. И... в каком-то смысле это нетрадиционный подход к лирике. И мне бы хотелось узнать, вот почему вы пришли вот к этой идее, такой вот иллюзорности мира? Может быть, вы по-другому об этом думаете? Юрий, мне вообще очень интересен ваш взгляд. И вы первый человек, который об этом говорит, об иллюзорности. Ну, наверное, это все-таки какой-то философский такой момент. Да, действительно стоит один какой-то конкретный человек, и вполне возможно идет с ним разговор, причем идет с ним разговор не диалог, да, да. А идет фактически монолог. Ну понятно, что монолог, если там нет, если этот человек описывается в каких-то терминах, которые не являются реальностными, это вот просто отношения. Вот я тебя вижу таким, да и все. И за этим больше ничего как будто бы не стоит. Так, хотите узнать, стоит? Нет, я не хочу это узнать, просто мне интересно, почему вот вы прибегли к такому ходу. Ну, более, ну, скажем, в литературе существует подобное отношение к тексту, вот, к тому, что хочет сказать автор, и наиболее, может быть, радикальным автором этого является Гофман. Но у вас ничего подобного, Гофману нет нигде. Но сам подход, сновиденческий подход у него и у других, вот это вот сновиденчество, оно как бы уже заслужило, проторило себе пути. И когда говорят про сновиденческое в искусстве, то это никого как бы не напрягает. Но вот сновиденческое и сновиденчество видят сны, и слава богу. А у вас иллюзорность, это немножко другое, хотя это чем-то похоже. Вот существует некая иллюзия жизни, когда это иногда прорывается как-то. И мне кажется, это связано с другим мотивом, вот такого тотального эскапизма. То есть эскейп – это уход, и вот вы как бы пытаетесь уйти вот в этот собственный мир, даже в своей любовной лирике, и в этом мире, который вы уже видите, в нем нет ничего, что остается от реальности. Это, я думаю, что это защитная реакция некая. Ну, а что, на вас тут нападает, что ли? От кого вы защищаетесь? На самом деле, конечно же, никто не нападает, но, наверное, я, как это ни парадоксально звучит, защищаюсь от своих же каких-то
чувств, возможно. Ну что вы имеете в виду? Почему защищать? Вы там вот нигде нету ни единого слова того, что вы чего-то опасаетесь, а чего защищаетесь. Там этого вообще нет. Нету, да. Да. Поэтому, когда вы говорите о том, что вот вы от чего-то защищаетесь, это по меньшей мере, судя по текстам, звучит немного странно. Поскольку у вас такой сильный ход, вот сильное слово, и очень лиричное, и оно не пробуждает мысли от того, что вот вы там чего-то защищаете. Ну, даже наоборот, вы настаиваете на чем-то, можно сказать. Я думаю просто, что иллюзорность вообще всегда присутствует в нашей жизни. Вот. И мы хотим облечь эту иллюзорность в реальные формы. Мы хотим, чтобы это называлось так-то и так-то, чтобы в нашей жизни была какая-то определенность, там, чтобы была работа, профессия, чтобы люди носили конкретные имена. Но на самом деле очень часто обнаруживается, что все это какие-то иллюзии. Ну, вот, возможно, ну как-то подсознательно, интуитивно, что ли. Я не могу сказать, что это выбранный вот сознательно мой способ, да? Я не имел в виду, что вы это сознательно. Это я уже анализирую то, что вы сочиняете. Мне уже пришло вот в голову, что здесь есть какая-то система. И в какой-то степени она нетрадиционна вот с точки зрения иллюзорности. А в какой-то степени она очень даже традиционна. Ну вот, например, да. У вас время от времени возникает такая тема винопития. Так вот, значит, вот эта тема, она вообще традиционна для русской литературы и для русской жизни. Со времен князя Владимира, как минимум. Ну, не знаю. Ну вот, например, поэт Губанов, он вообще, по-моему, споил всю Москву в свое время. И вот в буквальном Высоцкий смысле, пил, да. В буквальном смысле вокруг этих людей образовывался вот такой, как бы аура такая, противление через... А вот это противление кончается тем, что уже противляться нечему, и человек попадает в какую-то зависимость, типа наркоматической, уже не может оттуда выбраться и теряет дарование. Я не имею в виду Кубанова конкретно. Но таких провозвестников или что ли, вождей, вот, которым, ну, скажем, когда это присутствует у европейских авторов, это тоже тема. Это одна из тем европейской поэзии. Но она там совершенно по-другому звучит. Вино – это вот радость, это то, да, что… Да-да-да, позитивно, скажем. У нас да, это да. Более, так скажем… А у нас сквозит за этим какое-то разочарование, вот так скажем, если не сказать более сильно. Ну да, от какой-то уже уход от действительности. Я понимаю, ну а почему, вот откуда у вас это, с какой стати? Ну я же русский человек. Ну что же, что вы русский человек? Почему-то не все же русские люди. Как там Некрасов сказал, у нас на семью пьющая, не пьющая семья. Вы знаете, вот этот момент я да, хотела бы прояснить. Дело в том, что я сознательно вот, очень часто включаю в свои стихи, тексты какие-то алкогольные мотивы. Вот. Мне кажется, что это достаточно, ну, как бы яркие краски. Вот они за что-то может. Из этого тоже достаточно яркие краски. Ну вот понимаете, я, например, если говорить вот обо мне, очень долгое время и до сих пор нахожусь в состоянии, когда я не могу выпить. Мне нельзя по здоровью. Вот. И для меня в стихах эта возможность есть. Вот. То есть это какая-то есть компенсация это... того, чего вам не хватает, что ли? Ну, нет, это не компенсация того, что не хватает. Это какие-то краски, какие-то оттенки, скажем, состояния человеческого. Ну, как я это вижу? Ну, вам не свойственны. А в жизни нет. В жизни не свойственны. Но когда звучит эта тема вина, то она всегда носит какую-то такую протестную окраску такую, в ваших стихах. За этим видится, что вот, это же касается и денег, которые редко упоминаются, но всегда в одном и том же смысле, что если вот деньги есть, то я от них избавлюсь. Если по жизни, если деньги есть, то их сразу нет.
Да, это как этого. Даже если за большие заработки, они сразу куда-то. Это как у Винни-Пуха мед, да? Если да, есть, то если его сразу он есть, нет. Да, то его сразу нет. Нет, я понимаю. Но у вас это носит как бы идеологический характер. Это вообще связано. Вот это, я думаю, это связано с национальным характером и с таким типом, что ли, поэта юродивого. Поскольку он не признает совершенно очевидные вещи, и в этом и заключается его функция как поэта и как провозвестника добра и блага, в том, что он как бы должен по обычаю деньги презирать. У вас это то же самое похоже, да? Вот с формулировкой поэта юродивый, в общем, мне интересно. Ну, у вас не только с деньгами это связано, у вас там есть несколько моментов, которые намекают вот на такое отношение. И это традиционное отношение в русской литературе. Ну, достаточно вспомнить Достоевского, ну, конечно, например, ну, и многих конечно. Других. А, да, я понимаю, что... Хлебникова, да, но Хлебников да. В чистом виде юродивый. Ну, да. Скажем так, в поэзии, наверное, да. Вот, то есть такой, скажем, не протест материальным ценностям, а, наверное, ну, попытка, да, какими-то внутренними вещами быть озабочены, а не жизненно-материальными. Скажем так, в моей жизни очень много... не материальных проблем даже, а, ну, как бы сказать, того, что можем назвать бытом и так далее. И в стихах я стараюсь от этого уйти абсолютно. Много, поэтому, знаете, людей, у кого этого нет? Вы знаете, я знаю таких людей, у которых как бы все спокойно. На самом деле это связано вот с чем. Это не связано с тем, с достатком человека, с количеством там недвижимости и так далее. Это связано с внутренним ощущением. Да. Человек может занимать какое-то свое место и быть довольным им, да, угу. Полностью довольным своей жизнью, своим достатком. И он будет абсолютно так же счастлив, как по нашим взглядам какой-нибудь олигарх, имеющий там острова, яхты и так далее. Олигарх может быть несчастлив, при этом. Да, богатый да, тоже да. Плачет. То есть это абсолютно. В моем понимании имение или не имение денег никак не связано с ощущением внутреннего счастья. Вот. И может быть поэтому... Ну, такие мотивы тоже есть. Да, и потом у вас есть вот еще один традиционный момент, который я себе отметил. Это отношение к деревне и вообще к природе. Потому что получается, что вот, судя по тому, что вы пишете, внешняя грязь, она как бы предполагает автоматически такую внутреннюю духовность. И это вы даже прямо пишете в одном из стихотворений. Деревенском. Ну, не в деревенском, но касательно деревни. Вот, деревня присутствует, деревня или природа ли, это вот было такое распространенное заблуждение, народники называлось, когда люди образованные считали, что вот этот народ самый, это вот он духовно просветленный и прочее, ну, пока не наступила Октябрьская революция, и все, что за этим последовало. А вот философ Фром, он вообще считал, что крестьянство, это, приходя в города, становится основной базой фашизма. И там никакой духовности не наблюдается. Я тоже так считаю, что там да. Нет духовности. Да, но вот вы при этом в стихах воспеваете деревню. Деревенщики, наверное, просто они бы были счастливы принять вас в свои ряды. Ну, у меня одно такое стихотворение. Это прямо про деревню. Это прямо про деревню. Есть еще другие. Есть косвенные подтверждения, да, этой идеи? Да. И это было связано с тем, что я действительно там второй или третий раз в жизни побывала в деревне. Причем в такой деревне, Юрий, где стоит два дома. И кроме москвичей никого. Это уже нельзя деревня назвать. Да, да, да. Вот, поэтому я не уверена. Ну да, там есть такой мотив, что да, я даже помню, там чисто в сознании и грязно в избе. Вот. Есть такой мотив. Да, хотя... Да, и он такой традиционный с народной точки зрения. Mm-hmm. Но по большому счету я не думаю, что это так связано. Просто в тот момент
когда это было, это было так. Вот, ну, знаете, это, для этого была какая-то почва, вот в той дооктябрьской революции в России, когда большинство зажиточных крестьян было старообрядцами, и они соблюдали там определенные, и были истинно верующими. И... Или считали себя такая. Нет, они были, они соблюдали, вот в том-то и дело, что мы сейчас крайне редко наблюдаем, они соблюдали все, то, что требуется от религиозного человека, они это на практике проводили в жизни. Потому что в деревне все очень циклично. Да. Надо встать во столько-то, надо это сделать. И вот, этот, вот это соблюдение обрядов входит в распорядок дня. Нет, потому что они... Во всю жизнь. Нет, они все-таки... у нас вот этой части народа как бы не существует. Он погиб весь. Либо во время гражданских смут и войн, либо же их расстрелял СМЕРШ во время Великой Отечественной войны. Потому что это привело вот к тотальной гибели зажиточного крестьянства, уже окончательно было оно добито. Возможно, потому что они служили базой такой для эсеров, и среди них было много протестов, было огромное количество крестьянских бунтов. Но у нас этого населения теперь нет. Нет. И, да, и я вас, я в виде вот такой, тот же самый мотив, фактически непонятно к чему адресованы, поскольку я это только к иллюзорности могу отнести вообще всего общего творчества. Вот. Я понимаю, что у вас впечатление, вот вы попадаете один раз туда куда-то, и вам там очень хорошо по сравнению с душным городом, и просто даже свежий воздух влияет. Но это еще ни о чем не говорит. Естественно. Да. Ну вот, так вот, значит, вместе с тем у вас много таких вещей. Вот, кстати, вам близок такой писатель Грин? Вы знаете, ну, наверное, был бы близок в более раннем возрасте. Вы знаете, вот да, его читают обычно в юности, но у вас есть просто моменты фотографические, связанные с ним. Но я уж не говорю о том, что вот эта вот поэтика и символика воды, о которой так много писал Башляр, но и само вот это судно уплывающееся, это какой-то моряк там вот, и апоэтизированное море, которое и глазами является одновременно многим другим, вот оно меня навело на мысль, что возможно, что вы это откуда-то, и он тоже был иллюзорный, кстати, писатель. Да, я знаю. И создавал иллюзорные миры. Да. Ну, меня просто... Но не фантаст он был при этом. Да. Ну, у меня связано с морем действительно много. А что у вас связано? Откуда у вас это про море? Ну, во-первых, я очень люблю море. И с морем были связаны какие-то изменения в моей жизни, прямо чисто внешние, да. Я являюсь инструктором подводного плавания. Невозможно заниматься этим, не любя море. И в том числе, наверное, мое имя, оно тоже говорит. Вот в данном случае родители... Марина Морская. Марина, да, в переводе с греческого «морская». Вот. И в данном случае это полностью нашло отражение в жизни. Причем родители сначала называли меня другим именем, и через 10 дней одумались и назвали Мариной. А что они вас Афродитой не назвали? Это пеннорожденная вообще было бы классно. Там было связано с более прагматическими вещами. Надо было назвать на букву М. Да. Папа предложил Мальвина. Почему на букву М? Почему на букву М? Умер мой дед, да, родной, когда мне было 10 дней от роду. Его звали Матвей. Ага. Если бы я была мальчиком, да, было бы совершенно четко. А так девочка, и решили назвать на букву М. Папа предложил совершенно абстрактный от жизни вариант отдельно. Он предложил Мальвина. Угу. Но на что прагматичная мама сказала, да, сказала, ну нет, это уже слишком. Советский Союз, там два студента-химика, она сказала, нет, Мальвина нет. Вот. И поэтому, видимо, Мальвина. Она тоже химик, студент был. Да, они оба были химики. Вот нахимичили. Не, ну что, не так уж плохо получилось. Вот, но, знаете, вот, кстати, у меня в связи с этим, вот с этой темой, у меня еще одна тема обнаружилась, о которой я хотел с вами поговорить. Вот в некоторых стихотворениях вы употребляете нецензурную лексику. И мне это кажется связано с тем, что, как я понял, из того, что вы называете эссе, а я скетчами, вы хотели быть мальчиком.
И вообще, вот в женской поэзии у нас почему-то очень много нецензурной лексики, гораздо больше, чем в мужской. И в мужской она крайне мало приветствуется. А вот в женской почему-то это считают сейчас нормально. Я сначала думал, что это эмансипация, а ваши стихи, где это употребляется, навели меня на мысль, что, возможно, это никакая вообще не эмансипация, и у вас нет никакого желания эмансипироваться, а что это просто желание быть другим. Вот это присутствует у вас? Почему вы это употребляете? При всей возвышенности стиля других стихотворений, в отдельных стихотворениях, зачем это нужно? Действительно, это не эмансипация. А что это? Вот для чего это нужно? Для чего нужно употреблять нецензурную лексику в стихах? Опять-таки, считаю ее иногда выразительным средством. Я понимаю, но в том искусство и состоит, чтобы высказываться в культурных формах, а не как попало. Вот это первое приходящее в голову слово, например, Юрий, в каких случаях? Ну, Юрий, смотрите, у нас, скажем, диссидентский период советского пространства, целый раздел литературы, правда, прозаической преимущественно, существовал с употреблением ненормативной лексики. Это было протестом, да, естественно, одной из форм протеста. Нет, вы знаете, это немножко не так было, поскольку я все это хорошо помню в течение своей жизни. Это вот после 20-го съезда партии, когда у нас выпустили из лагерей, которые бунтовали и с ними не знали уже, до какой авиации расправляться. Тогда многие вернулись из лагерей, где они вместе содержались с зэками, они там усвоили эту манеру поведения, некультурную фактически. И у нас часть интеллигенции, будучи воодушевленные вот, вернувшимися оттуда, которые далеко не все были политические, и часто это были просто уголовники, так вот, стали употреблять вот этот тип отношений, который сейчас развивается, не обязательно в виде нецензурной лексики. Это, мне кажется, деградация. И в любом случае, это снижение статуса человека, а не повышение его. Ведь когда вы в своих других стихах, таких стихотворений, к счастью, немного, но когда вы в других своих стихах создаете вот такой возвышенный строй, это человека учит переживать так и так мыслить. А чему это учит? Для чего это? Просто мода там, и для чего это нужно? Ведь мы же говорим о женской поэзии, а не о той поэзии лагерников. Вы в лагере не сидели ни в каком. Ну, естественно. Ну, да. И дай бог, чтобы мне это грозило. И, наверное, не так уж много общались с бывшими лагерниками. Может быть, и вообще не общались. У меня дефицит общения с бывшими лагерниками. А они вам нужны? Ну, Юр, давайте тогда отнесем это к одной, ну, не форме протеста, да, а к той же иллюзорности. Да нет, скажем, я действительно считаю, что иногда это является выразительным средством, в том числе и в литературе. Я небольшая поклонница, и, кстати, женской поэзии такой, ну, я мало читала, к счастью, наверное. Я много читала, это мат-перемат просто. Ну, вот. Может, потому что я мало знакома с такой частью поэзии, вот. Ну, есть талантливые люди, которые я не сомневаюсь, я не сомневаюсь. Ну, например, вот в деревенской теме это... Ну, если вот... это речь персонажа, еще можно как-то это представить. Но в поэтической речи самого автора. Зачем? Один из таких штрихов к юродивому образу. Вообще-то юродивы, ну, сколько я знаю, например, вот о юродивых, о московских дурах и дураках написала книгу Прыжов. И там, ну вот, там рисуются портреты блестящие, на блестящем русском языке, и он, рассказывая о юродивых, ни разу не употребил нигде не употребил ни одного нецензурного слова. Хотя, вполне возможно, эти юродивые допускали много. Но, судя по тому, что он описывает, они там все что угодно допускали. Но сам Прыжов, разговаривая на прекрасном русском языке, никогда этого не допускал. А зачем? Ну вот, я поняла вашу мысль, что это, да, одна из форм деградации, если, конечно, брать лагерников, то, естественно, так. Вот, но вот я просто, у меня есть одно стихотворение, да, там пару раз даже в одном маленьком, там, шестистрок. Вот, дело в том, что там я просто заменяла одну букву, и мне была, наверное, интересна игра с этими словами, что при замене одной буквы вот, слово приобретает типа негативный оттенок, потому что оно относится к ненормативной лексике. Хотя, по сути, оно выражало вы знаете, другое. Вот вы же мать, у вас трое детей. Да. Да.
что еще делает более почетным ваш поэтический труд. Потому что трудно, имея большую семью, еще сочинять стихи. Да хорошие стихи, к тому же. Вот мы с вами время от времени ходим в один и тот же клуб. Да. Литературный. И я вместе с собой, вот я не видел, чтобы вы приводили своих детей в клуб, но со мной приходит мой ребенок. И мне не очень бы хотелось, чтобы ребенок слышал ненормативную лексику во время таких заседаний. Это, мне кажется, не вполне. Но это вызывает какое-то смущение и у остальной публики, как мне кажется. Но не по делу, понимаете? Не по делу, да. Я как-то вот согласна с вами, слышала, кстати, в нашем же клубе. Из уст женщины, что интересно. Ну, я тоже помню, да. Это было совсем нехорошо. Но там грубо было. Там даже и талантливости было незаметно. Это было нехорошо, да. И я понимаю, что ребенок там 13-14 лет, он, наверное, все это слышал уже не раз. Но не в поэтическом обществе, а в каком-то другом, в какой-то другой. Я понимаю, о чем вы говорите. Да, в какой-то другой, в каком-то другом обстане. Вот у вас есть еще одна интересная черта в ваших стихах. Вы поэтизируете сатирическое. Вот, например, у вас в одном стихотворении есть поэтизация того, о чем в свое время написал стихотворение Саша Черный. Но только он написал это сатирическое, а у вас в вашем контексте это звучит как высокая лирика. Хотя смысл приблизительно один и тот же. А у Саши Черного это было вот так. Жить на вершине горной, писать простые сонеты, брать от людей из дола хлеб, вино и котлеты. А у меня где? У вас в одном из стихотворений есть точно то же самое. Ну, вот как-нибудь вот почитайте. Вот Сашу Черного помню, а себя нет. Да. Вот видите, не случайно мне пришел в голову Саша Черный. И вместе с тем у вас есть совершенно лирические вещи, которые напоминают чем-то Аранзона. Очень хорошего поэта Леонида Аранзона. Я не знаю, вы знакомы с его творчеством или нет? Нет. Ну, не это не удивительно, потому что его долгое время в советский период, он рано умер, и большая часть его стихов посвящена жене. И как хорошо в покинутых местах, покинутых людьми, но не богами, вот там описываются холмники. Вот. А вы тоже забираетесь на Монблан, там у вас фигурируют холмы некоторые, да? И вот характер лирики очень напоминает Аранзона. Я не знаю, насколько, наверное, вам нужно его почитать, но это какая-то конгениальность такая, вот вы чем-то на него похожи. Не могу судить, потому не знаю вот предмета. В лирической части того, что вы делаете, а по большей части все это лирическое, поскольку здесь как бы поток духа присутствует, вот похоже на Аранзона. Но я еще не исчерпал своей... А вы знаете, вот я хотела бы вернуться к теме. Вы сказали, что наличие моих троих детей делает мой труд более почетным. Но я вот так не считаю... Хотя вы про детей ничего не сочиняете вообще? Ничего не сочиняю. По вашим стихам нельзя сказать, что вот трое детей. Ничего не сочиняю, да. Опять-таки, вот если вернуться... как вы меня увидели, к некой иллюзорности, да, то мое творчество, оно как раз есть что-то такое важное внутреннее, что немножко отстраняет меня от моей реальной жизни. Хотя, вы знаете, я не могу точно вам сказать, что более в жизни моей реально. Наверное, все реально. То есть, скажем так, моя жизнь там с детьми и вот это мое творчество. Я даже не могу вам сказать, что важнее. Нету такого. И в моем творчестве, действительно, там тема семьи, родины. Нет, родина у вас присутствует. Родина. В отдельном стихотворении. В отдельном взятом. Нет, там, где вы перефразировали Маяковского наоборот. Вы сами помните это стихотворение? Насчет паспорта. Насчет паспорта, да. Но оно немножко такое саркастическое. Паспорт – это как бы путевка в другой мир. Но имеется в виду тоже советский паспорт. Российский – это все равно. Оно не саркастическое. Оно, кстати говоря, по делу написанное. Но это единственное у вас, по-моему, гражданское стихотворение. Гражданственное. Да, нету гражданства. Нет, по деревьям не вполне под это подходят. Это скорее национальные черты вы здесь проявляете. Вот такие, сидящие в подсознании человека, который там поколениями живет на этой земле.
и вот в этой культурной обстановке. А вот Маяковского вы явно перефразили. Да, 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 конечно. Mm. И еще, по-моему, у меня там Маяковский в одном стихотворении, если мы говорим про сборник, ну так, немножко его касаемся, «Водосточные трубы» там были. Да, есть, да. Тоже сознательно, да. Ну да. Вот, и вот, вот эта вот тема юродства такого, она у вас присутствует как тема некого бродяжничества. Но, знаете, вот это очень сильно пропагандировалось в советское время. Например, модно было быть геологом, да, об этом песни сочиняли, барды всякие. Вот, и это вот люди, которые перемещаются с места на место, особенно в трудных природных условиях, но не туристы при этом. Вот, они как-то овеяны были какой-то романтикой. Да, да. И вот я не знаю, почему вы там не были вообще-то. И вот я-то там был. И, значит, помню, как у меня, значит, целый отряд этих лесорубов, которые искали мы там алмазы, значит, они прорубали такие просеки. У меня человек 30 было. И, значит, и вот там был, это была глухая тайга, 300 километров без людей. А у них был такой приемничек, по которому можно было слушать внешний мир. И вот, значит, передают песню, в то время модную, «Привыкли руки к топорам». И тут они приходят в дикое возмущение, говорит, вас бы сюда немножко поприучать к топорам. Вот, они каждый день с этим топором, и это... И тут еще связь с внешним миром, как бы что-то хочется такое, да, совсем и другое, и тут, да, бац, тебе топор в руки опять. Да, да, привыкли руки, а у них они сколько не рубят, все не привыкли. Вот, им не кажется это самым верхом блаженства. Ну, это опять-таки вот, да, попытка, это, да. Конъюнктурная. Да, 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 да. Потом, да, у вас есть, вообще, похоже, любите всякую авторскую песню. Вот у вас есть моменты, где вы, где видно, что вам нравится Шевчук с его песней. Например. Мне, ну, просто вот, интересно. Значит, вот есть я, вот мы продолжим беседовать, а я вам найду, где у вас есть такая аллюзия на Шевчука, значит, там заканчивается стихотворение. Она у вас так тонко проведена, но фактически это похоже очень на то, что идеологически это похоже на него. Угу. И вот я, к сожалению, не сделал закладок для того, чтобы сразу вам цитировать и доказывать, если вы сами, если вы сами, я надеялся, что вы знаете на собственном уровне, там, где Шевчук, а где не Шевчук. Нет, вы знаете, я не могу сказать, что я большая поклонница авторской песни. Да? Я была бывала на различных фестивалях. Угу. Даже на фестивалях была? Ну, бывала, да. Но, например, я не была на Грушевском, у меня нет никакого желания, тем более в современном, в свете современной подачи этого дела. Нет, не могу сказать, что я очень к этому причастна и что я очень это люблю. Наверное, в моей жизни этого достаточно было. Ну, вы знаете, вот такая кантиленность, которая у вас в стихах, что многие авторы сейчас считают ненужным делом для себя, вот это благозвучие стиха, это, мне кажется, совсем немаловажная вещь. И несмотря на то, что большинство авторов авторской песни поэтами не являются, Шевчук. А, вот Шевчук, да. И вот у вас кончается стихотворение. Всех кто последний вскочил, всех стоящих скорее локтями. Кто уже соскочил, тот не с нами. Не с нами. Это мог бы спеть Шевчук легко. Мог бы, но это несознательно. Ну, человек состоит из много чего, понимаете? Ну, да. Из много каких влияний, которые, может, не всегда он сам вот считает, что это оказало на него влияние. Вот. Поэтому возможно. Ну, в этом стихотворении есть очень красивые строчки. Вот «Мы бессонные тени, холодные трамвайные ступени». Само благозвучие очень хорошее. Вообще у вас очень много вот таких стихов, которые, как бы, с одной стороны, они не претендуют на то, чтобы быть полностью вот так ритмически обусловленными, а с другой стороны, в них присутствует вот такая, что ли, общая гармония словесная. И мне кажется, что вы к этому сознательно стремитесь, чтобы было очень красиво. Чтобы было красиво. Да. Мне кажется, это немаловажно. Вообще-то это одно из главных в поэзии. Но я не знаю, как в литературе, это не обязательно в литературе. Вот нет. В поэзии как же, если некрасиво, что это за поэзия такая?
Мне кажется, в современной поэзии это не какой-то не приоритет, чтобы было красиво. Это знаете почему? Это потому, что те, кто выдают себя современных поэтов, просто не умеют писать стихи. Они просто не умеют их сочинять. И все. Если вы попробуете от них этого добиться, вам это не удастся. И они за верлибром и прочее, они скрывают просто свою эстетическую безграмотность или же эстетический идиотизм. Возможно, но возможно. А у вас это как раз вот то, что, ну как бы, это вот идет в основном русле поэтическом. Ну, наверное, да, наверное, это сознательно. Поэтому я думаю, что у вас не будет очень много сторонников. Да, скорее всего, да. Скорее всего, да, но как ни странно, вот, Юр, мне это кажется немножко странным. Меня очень часто хорошо принимают, когда я читаю. Ну да, и что? А кого плохо принимают? Ну, я что-то не видел таких. Да нет, ну есть люди, которых принимают равнодушно. Ну это уж я не знаю, это совсем нужно что-то мямлить такое, чтобы... Ну понимаете, выступление очень много передает о человеке еще, плюс к самой поэзии. Вот когда я держу в руках книгу, то у меня мало это ассоциируется с вашими выступлениями, потому что я думаю, что их можно улучшить значительно. Сами выступления. И я как раз не считаю вас таким автором-декламатором, который просто обладает артистическим дарованием, как там особенно читает. Ну вот, например, как в свое время покойный Алексей Парщиков просто гениально декламировал свои стихи. И это производило впечатление вот такого потока мощного декламационного, что само по себе является, но у вас же этого нет. Почему вы думаете, что действует устное выступление? У вас письменные стихи. Они требуют вдумчивости, нужно читать. Ну, потому что вот последнее время меня, можно сказать, немножко это даже заводило, вот в каком-то смысле, публичное выступление. Нет, я понимаю. Есть такой период, когда человеку этого хочется. Поэту хочется вот выступать, встречать одобрение со стороны публики. Хочется выступать или не хочется выступать. Получается выступить и как-то что-то сказать, либо не получается. Это не зависит от качества текста, понимаете? Да, есть авторы, там, которых немыслимо представить. То есть, если ты читаешь, у тебя стоит образ. Ну, возьмем прям Корифеев, Высоцкий, да? То есть, у него и в песне, и читаешь, не читаешь, но он актер все-таки, да? Ну, конечно же, да. Вот, но дело не в моей потребности, а в том, что я вижу отклик на свои выступления. А когда я первый раз, второй раз это делала, или даже не помню какой, не было отклика. Хотя я могла то же самое говорить. Это связано с вашей иллюзорностью, и вы просто... находясь в плену иллюзий, в первое время у вас была какая-то преграда, потом она исчезла, и вы видите аудиторию. Тогда на иллюзорность можно спихнуть, вообще списать да, все. Да, можно много очень списать, на самом деле. Вот я считаю это другим жанром. Вот я несколько раз говорил об этом в этом эфире. Я однажды в своей жизни слышал поэта, который читал на неизвестном мне диалекте хинди стихи. Индийский поэт. И когда он читал, у меня было, я ничего не понимал из слов, но у меня было полное впечатление, что это гениальный поэт. Но это другой жанр. Понимаете, вот поэт может быть гениальным или не гениальным. И не гениальный поэт может великолепно читать свои стихи. Вот, например, не будем приводить исторический пример 19 века, который никто не помнит сейчас, хотя они присутствовали. Были знаменитые люди, которые прекрасно выступали, и при этом их тексты не представляют интереса. Это не обязательно. Ну, то есть это что-то отдельное. Отдельно, конечно, да. Отдельный жанр. Вот когда читаешь книгу, читаешь стихи в книгах, я вообще считаю, что публичное выступление – это когда человек стал известным. Потому что нужно, чтобы человек прочел, усвоил это, полюбил, а после этого еще пришел и послушать этого автора. Ну, это нормальный как бы ход вещей. Но поскольку у нас никто не знает никаких авторов, то они, как правило, их слышат в клубах в первый раз. Но так же, как вы придете в какой-то новый клуб, и вас там они в первый раз услышат. А до этого они ничего не читали.
И хорошо, если вы им подарите книжку, и они ее прочтут потом на большом собрании. Ну или кто-то по отдельности, кому повезет. Вот когда читаешь книгу, то я волен интерпретировать произношение этого по-своему в книге. Так что, может быть, вам и в голову не приходит. Конечно, конечно. Вот хороший пример Бродский. Вот многие не любят стихи Бродского. Хотя это лауреат Нобелевской премии там и прочее, но большое количество поэтов, поэтов и не поэтов не любят Бродского. Вот. Но вот, когда я говорю, ты не любишь Бродского, давай я тебе прочту стихотворение, читаю, и после этого мне человек говорит, вот когда ты читаешь, мне нравится. А вот когда он читал, или когда, значит, читаю я в книжке, мне не нравится. А когда я читаю, нравится. Но это же интерпретация, да? Я имел право прочесть это по-своему, даже не так, как Бродский читал. Потому что я видел в этом какую-то особую окраску, особый смысл. И это дает читателю книга. В книге человек как хочет, так и читает. Да. Или как умеет. И воспринимает, естественно, да. через себя. Да, вот когда вы выступаете. Не через автора. Когда вы выступаете, вот я прочел вашу книгу, мне интересно, как вы выступаете, я сижу, слушаю, насколько это вот соответствует полету вашей собственной поэзии. Легкокрылый. Ну, по-моему, так никогда не было. Почему? Вот я читал и слушал потом. Но вы сначала меня читали? Ну, представьте себе. Нет, я вот так получилось, что я вас сначала читал, представьте себе. А почему? А потому что вы мне прислали на сайт большую подборку стихов. Mm-hmm. И я все прочитал вначале подробно и тщательно. А потом уже начал слушать. Этого не могло быть. Юра. Могло быть. Мы сначала с вами познакомились, у меня откуда-то появился ваш адрес, а потом и я... И что? Это ни о чем не говорит. Ну, я сейчас не вспомню точно. Я вам просто предложил прислать, а вы прислали, мне понравилось. Угу. Вот. И это совсем не обязательно. Вот человек говорит, я поэт, я говорю, ну, пришли стихи. Он присылает, я читаю. Но если понравилось, значит, можно что-то еще сделать. Совсем не обязательно сразу вот, а где возьмешь, с другой стороны? Ну, сейчас, да, где взять? Нет, сейчас да. Масса других способов, и наличие интернета позволяет, вернее, ну, делает свое дело. Многие авторы не издаются, они считают это таким-то важным, в общем-то, для себя. Ну да, вот. Но тем не менее, вот когда заходишь на стихи.ру, то вот я даже под угрозой меня поместить в изолятор не смогу искать там что-то интересное. Потому что у меня не хватит на это ни жизни, никаких сил. Конечно, да? Конечно же. Огромный ресурс, куда все да. сваливают. Такой, дайджест такой, да? Или да, мусорный да, ящик. Да. Вот, хотя там могут быть вполне достойные могут. Произведения. Но это как надо найти? Как найти? Потому что иголку в стоге сена. Никто не выносит своей, пусть неправильной, но какой-то оценки. Вот нету самого главного, да? Вот кто-то, кому нравится, пропагандирует вот это. Вот я пропагандирую Марину Левину, потому что мне это самому нравится. И в этом есть выбор, да? Вот я когда помещаю кого-то к себе на сайт, я уже выбираю того, кто на меня производит такое или, ну, впечатление. Да. А там нет ничего этого, да? И толку от этого большого ресурса, сумасшедшего просто ресурса, там, по-моему, там миллионы уже авторов. Никакого нет, потому что никакого, невозможно ничего да. выбрать. Но вот все равно слово «печатное» обладает особой магией, мне так кажется. Вот почему-то, скажем, написание стихов в последнее время, годы, у меня не связано с рукописным написанием стихов. Я, как правило, их сразу печатаю. Да, да, так многие делают. Но прочитать, вот открыть книгу или даже журнал, вот как журналист могу сказать, что печатное слово, оно какой-то своей магией обладает. То есть вот для меня недостаточно посмотреть в экран, прочитать чьи-то тексты. Мне кажется, все-таки книга, она не утратила своих своей функции. Ну, вот. Все равно. Так долго стоя при музыках, значит, я уже... Я понимаю, что вы суть найдете в любом Нет, виде. Нет, не суть, но просто ориентация личности, она сразу подсказывает. Вот есть некие параметры, которые указывают на талантливого человека. Это совсем не обязательно вкусовые параметры. То есть мне может нравиться то, что я и не разделяю. Понимаете, вот угу. я не отношу это к той области, вот, которая меня самого лично интересует в поэзии. Но мне все равно это нравится, потому что я понимаю, что это хорошая поэзия. Понимаю.
и могу испытывать удовольствие. Но это не значит, что я сам там вот пущусь в этом направлении, или что люди, близкие мне уже эстетически и творчески, что тоже будут что-то такое делать. Но и совсем не обязательно. Ну, можно же понимать, да, что вот этот человек, который совсем не похож, но очень талантливо делает все это. И это видно из текстов, все равно каких. Ну, неважно. Но не из устного прочтения. А вот из... Кстати, вот неталантливое, оно и устно легко отличается. А почему? Вот, как вы отличаете? Ну, сразу видно, когда... Ну, например, человек употребляет рифмы, но они глухие. Вот. Или когда он строит образ, но этот образ банальный или неумный. Или когда он употребляет такие инверсии, просто качество слова, вот, употребляет такие инверсии, которые кажутся, ну, неуместными и коверкающими русский язык. Он должен развиваться в творчестве поэта и показывать прекрасные образцы самого говорения. А вместо этого мы видим какие-то уродливые построения, которые никого ничему не научат никогда. Ну, то есть мы говорим сейчас о том, что устное выступление, оно никоим образом не может ни улучшить, ни ухудшить впечатление. Нет, впечатление может быть улучшено. Улучшено. Да. Вот плохое видно, а впечатление, если это человек талантливо декламирует, если он еще актерским дарованием обладает, то тогда это может значительно улучшить даже слабые тексты, что мы наблюдаем у некоторых бардов. Да, 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 да. Но, к сожалению, хорошие стихи очень плохо ложатся на музыку. Они требуют, как правило, какой-то, да, модификации, скажем так. Ну, не знаю, вот у Камбаровой был композитор, который великолепно мог обрабатывать классические тексты русской поэзии и сочинять для них музыку. Но это такие редкие явления, вот появление таких дарований. Ну, скажем, знаете, для меня явилось какой-то момент открытия, что песня Софии Ротару «Этого мало», да, оказывается, написана на стихе Арсения Тарковского. Потому что текст стихотворения... А что вас удивило? А потому что в виде песни текст совершенно носит другой характер. Нивелируется. Да, абсолютно. Ну, абсолютно нивелируется. И другое исполнение, эти же стихи я слышала положенные на другую музыку, да, другого композитора, абсолютно. То есть, да, можно убить, можно все. Не, ну правильно, барды у нас отуродовали так Цветаева. Цветаева. Они, это... они очень любят сочинять на стихи. Я извиняюсь, Цветаева. Да, Цветаева. Да. Не только барды, эстрада. Да, они до такой степени все это. Пожалуй, делают. Мне нравится, что «Вы больной не мной» — это одно из лучших, да, песен, да, на ее стихи, потому что все остальное. Да, вот некоторым повезло, вот, например, Цветаевой. Мало того, что у него была такая жизнь тяжелая, так вот ее еще барды после этого наказали дополнительно своей любовью. Они просто опушили все, что было возвышено в ней. Знаете, в прошлом году я была на вечере, посвященном Цветаевой, вот, и там мне очень понравилось исполнение ее, вот. Ну, я, к сожалению, сейчас не вспомню, кто это сделал. Это сделала женщина. Это было очень талантливо. Да, вот существует же русский классический романс, да, и там присутствуют и стихи Пушкина, и многих других знаменитых поэтов, которые не пренебрегали тем, чтобы научиться сочинять стихи как следует. Вот, и тем не менее, они композиторами того же самого времени не были опошлены. И до сих пор мы это воспринимаем. Я думаю, надо очень осторожно к таким вещам подходить, потому что вот именно можно, как ни странно, музыка, да, казалось бы, то есть должно звучать, можно изуродовать текст напрочь. Да, я понимаю это, но ведь когда эту музыку сочиняет высокий композитор, да, соответствующий этому высокому поэту, это трудность большая — найти адекватное решение. Но вот в этом случае получается произведение, да, песенного жанра. Да. А во всех остальных просто бедняга-поэт. Бедняга-поэт, да. Не повезло понравиться. Не повезло не понравиться. Это, знаете, как в сладкий чай можно пить, да, и еще медом перекусить. Дело в том, что, ну, поэзия, хорошая поэзия, она сама по себе музыкальна, даже если она, ну, как бы... Ну, это вы так считаете? Ну, в противовес тому же, что вы и сказали про современную.
Да, я не про хорошо, я не говорю про современную. Я согласен с вами, да, что если вот отсутствует вот эта какая-то особая музыка, не такая, как в музыке совсем. Не такая, как да. Там другая мелодика и другая гармония. Да. Вообще непостижимая вещь. Да. Очень хорошие поэты, очень хорошие, они, как правило, не обладают музыкальным слухом. Обладают слухом в стихах, вот каким-то другим. Вот, например, замечательный поэт Александр Еременко, которого, может быть, вы знаете стихи или не знаете? Еременко. Не знаете. Современный? Подождите. Он жив еще, здоров, вот, как я надеюсь. Нет, наверное, нет. Алексей? Нет. Александр Еременко. Вот он совсем не обладает музыкальным слухом, но при этом у него абсолютно безошибочное чутье слова, да, и чутье фразы. Это не связано, да, друг с другом. И у вас, между прочим, с ним тоже есть, несмотря на то, что вы его не знаете, но сейчас современную поэзию мало кто знает, даже гениально, но у вас какое-то сходство с ним есть тоже. Вот, например, это его знаменитое стихотворение. «Погружая нас в огонь или в воду, деформируя плоскость листа, мы своей не изменим природы и такого строения рта. Разбери и свинти наугад, вынимая детали из детали, мы останемся, как и стояли, отклонившись немного назад. И покуда еще не ясны все параметры Господа Бога, не составится наша дорога из отдельных отрезков длины. Даже если на 10 кусков это тело разрезать сумеют, я уверен, что снова сумею длинно выплюнуть черную кровь и срастись, как срастаются змеи, изогнувшись дугой, и тогда снова выпрямлюсь телом холодным, мы свободны, 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 и свободными будем всегда». Вот. И у вас что-то есть в каких-то стихотворениях, у вас есть эта тема, между прочим. Вот это вот, ну, а по-другому разрешенное, вот это вот прогнуться, да? Как радуга, или же... Я поняла. Это единственное стихотворение, где вы так или иначе что-то говорите о семье. Да. Да. Но там имеется это в виду. Вот вы, знаете, вот мне так интересно, когда читаю стихи, начинаю говорить с поэтом. Он не знает, о чем речь. А он свои стихи не перечитывает вообще. Нет, ну вы говорите, изгибаясь в дугу под облаком. Да. Есть у меня такое слово. Да, 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 у вас есть. А у вас там три раза это повторено, изгибаясь. Да. Снова выпрямлюсь телом холодным, значит... Вот его сгибает, он все равно выпрямляется, да? Ну, гибкость – это вообще великая вещь. Нет, он выпрямляется, у вас там не так. А вы там сгибаетесь. А я наоборот, изгибаюсь. А вы там наоборот изгибаетесь. Да. Но это та же самая тема, просто по-другому решенная. И неизвестно, кто прав. Ну, в каком-то там, я не знаю, уже в высшем смысле духовном, трудно расставлять оценки. Кто-то принимает, а кто-то не принимает. Вот он не принимал. Ну, наверное, это как бы такая гражданская позиция, мне кажется. У него стоять стоять прямо. Дело в том, что у меня это связано немножко с другим, это связано с занятиями йогой. Вот, и... Я йогой занимаюсь, не только плаванием. Я занимаюсь йогой, да. Угу. Ну, не так давно. Я это заметил. В одном стихотворении употребляете слово вот определенный асан. Асавасана, да. Ну да, и в йоге там чередуется, скажем, умение твое изгибать свое тело, да, чтобы оно принимало какие-то формы, и умение выпрямлять его. И меня вот это вот в свое время очень поразило. Угу. Вот, то есть чередуется момент напряжения, вроде бы внешнего. Вы сами придумали, вам кто-то сказал. Это моя интерпретация. Интерпретация – это очень точное замечание, поскольку мне это в голову не приходило. Я сам занимался, и время от времени сейчас занимаюсь. Но вот то, что вы сказали, это очень точная характеристика. Ну, так вот, да, чередование, с одной стороны, напряжение тела и умение расслабиться в этом напряжении, и умение реально расслабиться, то есть материально расслабиться, ну, вот это, наверное, такое вот чередование, оно меня... Ну, и потом вот эта гибкость, она внешняя гибкость или внутренняя гибкость человеческая, она важна вообще для человеческих отношений, и... Ну, знаете, если бы ее не было, то люди бы давно вымерли. Ну, конечно. Или бы поубивали. Если бы все стояли прямо, представляете? Но все равно прямо нужно стоять. Ну, надо стоять, да. Надо стоять прямо. Ну, чтобы стоять прямо, скажем, в таком глобальном смысле, иногда надо уметь
Изогнуться. Надо так изогнуться, чтобы подумать. Снова выпрямлюсь телом холодным. Он до этого был изогнут, да, и снова выпрямился. Но не сломался. Да, да, да. Умение, вот опять-таки, ломается то, что может только стоять прямо и все. А если ты гибкий, то у тебя больше возможности устоять и удержать эту осанку. А вы на ксюрн сыграть смогли бы? На флейте, достаточно труд. Да, вообще-то тема не только у Маяковского, между прочим, была. И указано было, ну, и у целого ряда поэтов того времени присутствовало вот это. Да, ну вот, так вот, ну, какую-то часть тем, которые я заготовил, все же обсудить невозможно. Конечно. Мы как-то о них поговорили, и мне, не знаю, как нашим телезрителям, но мне кое-что стало ясно из того, что руководит вами. Но только вот я не понимаю вообще, как вы к этому вообще пришли? Вот как случилось так, что вы начали сочинять стихи? Хороший вопрос, наверное, вы каждому его задаете. Почти все. Как же вас так угораздило? Да, но мне это самому интересно, потому что я-то про себя знаю, как я к этому пришел. Это было очень смешно. Да? Я думаю, это у всех смешно. Да. Ну просто, ну мне интересно, как вы к этому пришли. Как я к этому пришла? Ну, юность туманная, да? Кто в юности не пишет? Юность это сколько? 15 лет. 15 так поздно начали. Да, я вот, я все начинаю поздно. Вот. И любовь к литературе, вообще, ну, наверное, ну, хотя это не является, но я начала писать стихи. А я знала, что у меня, я пребывала в иллюзии в очередной, и говорю, что у меня отец пишет стихи, он создал такую иллюзию, помните? Да, этот момент, да. Вот, отец... А на самом деле он... А на самом деле, как оказалось, когда я стала поднимать все, он не писал стихов, он занимался сам издатом, он издавал поэтов, он издавал писателей, вот, поэтов Серебряного века и так далее. Тот, за что могли арестовать, то. Да, 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 он этим занимался. Но он не писал стихов. Те стихотворения, которые я у него нашла, вот самое лучшее, их всего 3-4-5. То есть я разговаривала с его второй женой, с которой он прожил 12 лет. А говорю, Илюся, я считала, что мой отец пишет стихи. Она говорит, ты знаешь, 1-2 может быть, но и то они не сохранились. И Марина поверила, они достаточно, ну, так мягко сказала, слабые. Вот. Это все произошло уже после смерти. Она понимает что-то в этом? Да, ну, да. Да, да, да. Иногда то, что кажется кому-то словом, на самом деле таким не является. То, что я нашла, правда, Юр, было такое, но... Вот, хорошее вот... А что же он издавал, интересно? Вот сам издат, это... Я был знаком с такими авторами, которые сами не сочиняли. Ну вот, например, Борис Ямпольский, в свое время мне попалась его сделанная им книга «Волошина». Если бы я не прочел книгу, сделанную Ямпольским, я бы не знал, какой это поэт. Вот прочесть вот в такой комбинации. Волошина, да. Цветаева, Ахматова, там Сабгира, кого я еще читала, того же Губермана. Это у него энергии на все хватало? Да, да, Венедикта Ерофеева. Да, Виктора Ерофеева, Стругацких, Лебла. Ничего современника он их мог лично знать? Да, он не знал, он был знаком с ними, с обоими Ерофеевыми тогда. Вот, и вот это все есть, да, даже там Надежда Мандельштам, вспоминаю Мандельштама тоже. Ну, у нее были, у нее же традиционные встречи были, вечера, где литературные чтения были, пока она была жива. Я на одном или двух присутствовал даже. Это какие годы? Это, наверное... Может быть, начало 80-х, конец 70-х, начало 80-х быстрее всего. Ну, вот это все он издавал, и я почему-то вот считала, что мой отец пишет стихи. Ну, потому что у него было несколько четверостишек, которые я еще ребенком там видела. Вот. Ну, как оказалось, что он пробовал писать, и как он сам сказал, кто-то мне сказал, это уже ему было 40 лет, что... Если у тебя нет 50 стихотворений, значит, ты не поэт. Он говорит, я посчитал, значит, не набралось там, видимо. И он решил, что он не поэт. И занялся другими вещами.
Вот. Но вообще отец занимался по жизни многими разными вещами, которые не сочетаются друг с другом. Например, занимался изданием самиздата, потенциально опасным видом деятельности. Потенциально? Это было не потенциально опасно. Это было реально опасно. Это было реально опасно. Да. Ну, вообще, да, многими занимался опасными вещами, потому что он продавал билеты на московский кинофестиваль. А что это опасно? Вот это, кстати, что-то опасно. А потому что статья за перепродажу у нас же была. Да ладно. Кому это было нужно? Да ладно, у меня мама один раз тоже за какую-то такую смешную выходку чуть не вводили милицию. Да, то, что сейчас называется бизнесом уже давно. Ну, не знаю. Я с этим никогда не сталкивался, что там за какую-то перепродажу это сплошь и рядом делалось везде и всюду в советское время. Вот. А вот, вот это, да, это действительно там за какую-нибудь, я не знаю, за Волошина или же за Мандельштама можно было обыск получить или какие-нибудь неприятности. Но уже в это время, уже за это не сажали вообще-то. 80-е уже. Нет, не сажали. А, но неприятности могли быть капитальные. Ну, например, вот Юрия Леонидовича Болдырева вообще выжили из его родного города, и потом, благодаря Слуцкому, он только и выживал в Москве. Вот, вот Анатолий Кацаза, сам издат, пианисты, на 10 лет решили право преподавания в консерватории. Это существенные были вещи. Ну, тоже. Конечно. Ну, это, весьма. Конечно, не лагерь, другой период, но... Смотря какой период. Да. Вот, ну так... Я бы хотел вас попросить вот, в заключение нашей встречи прочитать ну, такое количество стихотворений, какое в месяц вот, в оставшееся время. 3 минуты. Нет, не 3 минуты, это будет минут 20. Ой, да вы что, это никто не выдержит 20 минут. Почему вы так думаете? У вас, да? Вы сами говорите, что вас с удовольствием слушают, и говорите, что не выдержит. Вы как расстраиваете ваших слушателей? Конечно, выдержит. Что там 20 минут? За 20 минут вы прочтете, знаете сколько? 6 стихотворений. С чувством, с толком, с расстановкой. Да, вы нормально прочитаете 6 стихотворений. А может быть больше, я не знаю. Но это не так много. Хорошо. Я с удовольствием вместе с нашими телезрителями вас послушаю. Но я буду пользоваться шпаргалкой. Да ради бога. Как хотите, так и читайте. Мы так и не... Не веря друг другу, все требуем верности. Любить, ничего не теряя, из фэнтези. Мы очень устали от непонимания, пустого в порожнее переливания. Не видя друг друга, потеем от близости. Любить, поутру забывая, от низости. Мы очень устали от псевдопричинности, от множества женщин и много мужчинности. Мы так и не встретились, как не прощались. Наш дом опустел, а кровать расшаталась. Нам очень хотелось, мы очень хотели, но нам не хотелось бы друг в друга обратно. Крутилось, вертелось бы. Мы так и не встретились, как не прощались. Одинокому волку. Ты волком себя называешь, но вижу тебя я в гнезде. Хлопочет хозяйка, соломку подстелит всегда. Ты волком себя называешь, не слишком ли много комфорта? Отели, багаж, теплый ужин, и где тут беда? А выть на луну приходилось, зализывать раны от острых зубов, с капканом метаться в снегах, подстрелят? Нет, я доползу в свое логово. Не пахнет волчицей, лишь грязь и вода. Остатки еды в виде жесткого провода. Его я грызу, когда нечего жрать. Вот шкура чуток заживет для охоты. Ты волком себя называешь. Попробуй бежать. Сейчас, без оглядки, без ласки, без квоты на жизнь. Красивый такой, прихотливый ритм в стихотворении. На грани. Одно из таких, кстати, ранних стихотворений. Ну, не делает их хуже. На грани, за грани. Без боли до боли. От солнца с оконца до белого солнца.
С дороги в дорогу, в любви нелюбимой, жить с миром как будто и быть не от мира. Послушай, послушай, ты будешь жить долго, почти не меняясь, лишь цвет твоих глаз немного поблекнет. Послушай, никто не забудет тебя из тех, с кем когда-то ты был, а небо померкнет. Послушай, никто и не вспомнит тебя, когда ты захочешь, поскольку ты всем непрекаян. Послушай о том, что не видишь вдали и вблизи, не знаешь, кто Авель и Каин. Послушай, а стоя на месте, возможно увидеть все царства, столицы, моря, океаны. Послушай, меняясь со временем, время ты мог бы познать и прямо в нирвану. Но послушай, ты будешь жить долго, как вечный жид, насытившись жизнью и славой. Послушай о тех, кто любил, ненавидел, был рядом с тобой, оставшихся слева и справа. Вот тут есть момент, который я себе там поставил где-то. Вот я видела там пометочку, да? Пометочку. Дело в том, что вечный жид недолго жил, он вечно. Понимаете, он был присужден к вечной жизни и скитаниям, да, где знаю. Он не мог найти себе места. И там ни о славе, ни о чем вообще речи не шло. Это совсем другой персонаж. Как он попал у вас в этот контекст, я просто удивляюсь. Занесло. Занесло его каким-то образом. Это новые стихи? Да, это новые стихи. Это те, которые вы читали в подвале один, да? Да. С удовольствием еще раз послушаю. На последней ступени, не стирая улыбки, на руках до постели, под пеликанье скрипки, так протяжно и тонко, что немного щекотно. Если б флейта вступила, было бы очень вольготно. На бескрайнем краю, где ветра и метели, ты не маятник ей подари, а качели. Так легко, высоко никогда не взлетала, ей всегда и всего было мизерно мало. А потом бубенцы на руках до постели, не гадая века, а деньки до недели, на последней ступени, не стирая улыбки, понесли, понесли под пеликанье скрипки. На бескрайнем краю, где ветра и метели, ты не маятник ей подари, а качели. Так легко, высоко никогда не взлетала, ей всегда и всего было мизерно мало. Вы знаете, я тут вот специально нашла бумажку, где у меня есть упоминание семьи. Ну, не знаю, насколько вам это понравится. Ну, в общем, такое... понравится, не понравится. Это вы написали? Шуточное. Времена года называется. Отметели ли метели, пролетели 3 недели, и февраль протек слезою, снова март. Он немножечко гнусаво почудил ветрами право, и апрель прокрался робко к маю в чат. И намаявшись от мая, лето бухнуло сверкая. День рождения в июле, мне презент. А сентябрь так неловко подложил свинью к морковке. Дети, школа, смерть поэта, one moment. Ну, знаете, если вы здесь нашли семью... Тут дети упоминаются. Ну да, слово «дети» только что... Но они явно и реально присутствуют в вашей жизни. Конечно же. Ну вот здесь опять диалог, вернее монолог с человеком, который, как говорится, иллюзорный образ. Опоздать. И в молчании твоем слышу крик, а в словах тишину. Ты не сдвинулся с места, а вроде ушел навсегда. Да, я знаю, мой голос тебе острием по стеклу, но, пытаясь успеть, можно более чем опоздать. В черной злости твоей есть попытка избавиться нах, а по мне благородней гораздо твоя седина.
Можно бегать по кругу, а можно вращаться в кругах. Среди тысячи лиц, тем не менее, буду одна. Мы не будем стоять в карауле, сегодня развод. Ты спокоен, и я, просто нечего больше терять. Мое место свободно, и далее полный вперед. Но пытаясь успеть, можно более чем опоздать. Да, интересно. Знаете, я сейчас, пока вы читали, слушал вас, но искал одно стихотворение, которое я хотел прочесть, вас попросить. Оно называется, по-моему, так и называется, «Москва». Что-то на меня не попадает. «Москва»? Да. Прям так и называется, по-моему. Есть у вас такое стихотворение? Нет. Или мне это приснилось в моей иллюзорной жизни? Стихотворение с названием «Москва» у меня точно нет. Нету? Вот я вам сейчас докажу, что оно может и без названия «Москва», но там точно про Москву все. «Жизнь моя как птица скачет». Я найду, вы пока читайте. Я все-таки упорно найду это. Потому что оно есть у вас где-то здесь. «Одиночество – это когда в квартире есть телефон, а звонит только будильник». Фаина Раневская. «Два телефона, оба молчат, впустую. 100 видов чая на полке, ты любишь кофе. Классно бы было нам поиграть вживую. Ставлю будильник, мертвому это пофиг. Лучший напиток с утра – непременно пиво. Лучшая рыба – селедка с лиловым глазом. Чудно бы было нам помечтать игриво, того гляди и в самолете разом. Только по-прежнему в ухо звенит будильник, йогурт на завтрак напополам с кефиром. И одиночество – это когда мобильник сутки молчит. Эхо Москвы в эфире». Интересное стихотворение. Вот я нашел у вас по Москву, правда, он так не называется. Вот я хотел вас попросить. Очень хорошее стихотворение. «Жизнь моя, как птица, скачет по бульварному кольцу. И по третьему порою, что не очень мне к лицу. По садовому колечку жизнь несется, как придется. Окольцована Москва, и на всякое ведется. Я ж в объятиях столицы до конца и от начала. Заговорено тобой, лучше право бы молчала». Да, красивое стихотворение. В Москве мало кто посвящает хороших стихов в современном мире почему-то. А Москва — это такой, я считаю, необычный все-таки город. Ну, необычный, разумеется. Обычных, наверное, не бывает столиц. Ну, просто вот увидеть, по-разному видят. Знаете, вот есть такой жанр, называется «Мой Пушкин». Вот Цветаева, по-моему, первая сочинила книжку про Пушкина, где она не ориентировалась на какое-то исследование его или же какие-то его реалии, а она написала то, что вот является ее. Ее Пушкина, да. Свои впечатления. И так и пошло. И появилось еще. Вот «Мой Пушкин» — это целый жанр отдельной литературы, который, мне кажется, вполне имеет право на существование. А вот Петербург, например, он вообще очень отражен даже в литературе. Да, более чем. И там, да, и там вот как город. Не то, что там вот происходит в этом месте, а вот прямо как сама формация города, которая вызывает поэтические впечатления. А вот в Москве это очень редко встречается почему-то. Чтобы писали хорошо о Москве. Ну, пишут, но очень мало. Ну, я не имею в виду официозное, а вот такая лирика, которая искренняя. Не для того, чтобы там на конкурс какой-то или там прославлять что-то, а вот, ну, вот как у вас. Это впечатление просто о городе. Да, просто впечатление. Вот такое, но оно лирическое. И вот этого очень мало есть в Москве почему-то. Я просто удивляюсь этому. То, что Москва не связана с образом... Знаете, Петербург все-таки более действительно поэтизирован, что ли, да? А Москва, она не связана, современная Москва, тем более с этим образом, с лирическим почему образом совсем не связана. Почему же вы тогда сочинили лирическое стихотворение на тему Москвы? Ну, потому что я их вообще сочиняю. И решили про Москву еще. Нет, вот я просто думала, знаете, Юра, вот в преддверии беседы я думала о своем отношении к Москве. Вы меня заставили задуматься о своем отношении к Москве. Потому что в юности я ее любила. Я жила в Подмосковье ближайшем и приезжала специально гулять по Москве.
участь в школе, бродить по московским кладбищам, по московским улочкам, мне это нравилось. Я поняла, что я не люблю Москву, я так давно считаю, я не люблю Москву, я стремлюсь отсюда уехать часто. Угу. То есть если я 3-4 раза в год не уеду из Москвы, я начинаю очень сильно страдать. Угу. Но пишу я преимущественно здесь. Странно, вот мне, я Москву вообще никак не люблю, никогда не любил, но я себя чувствую человеком каким-то вот нужным здесь, как бы, понимаете? Вот я себя чувствую вот этого места человека. Угу. Не с этим, это не зависит ни от любви, ни от чего. Но как бы это органика такая. И мне не хотелось гулять по улицам никогда и не любоваться ни на что там. Хотя я много про Москву знаю и исторические вещи. Но вот, ну, я здесь экскурсии просто проводил, когда работал с чехами. И там знал каждую царевну, где похоронена в Кремле там, и прочее. Но у меня вот какой-то там любви или нелюбви у меня не присутствовало. Ну, вы просто в ней живете. Да, я себя чувствую вот человеком этого места. Это совсем другое ощущение. Да, это вот другое. Как бы, знаете, вот. Вот оно все. Вот как-то так. Хотя и мне как-то досадно, что мало кто сочиняет. Но этот человек должен быть конгениальный вот этому, понимаете? Чтобы сочинять это нужно, ну вот, как бы, нужно, чтобы это... Вот вы сочинили, потому что это вас как-то зацепляло. Да, вождение автомобиля. Вождение автомобиля, я понял, что это раз третье кольцо, то значит третье, да, то это уже вождение. Это, как правило, садовое и бульварное. Это, неприятное у многих ощущение вызывает в нашем городе. Вождение автомобиля, особенно по кольцам. Нет, я люблю водить автомобиль очень. По кольцам в особенности и в час пик, да? Везде. Нет, в час пик, конечно, нет. А это уже не вождение, это стояние. Стояние автомобиля. И никуда не денешься. Да, стояние – это другое. Стояние вообще сложно по жизни. Стояние в чем-то, да. А стояние в пробке – это тоже очень сложно. Не, ну оно бессмысленно еще. Да, абсолютно. Вот стоять как бы там против врага, например, это осмысленно, да? А вот стоять в пробке, да. Тут что-то не очень. Да. Вот, ну ладно. Значит, у нас еще есть минуты 4, и я еще прошу вас прочесть 2 стихотворения. Угу. И мы завершим на этом сегодняшнюю нашу беседу. Хорошо. Надо выбрать. Давайте я 2 минуты буду выбирать и прочитаю одну. Ну, что ж. И оба с алкоголем. Да, ну ладно. С алкоголем, мы говорили об этом, нужно подтвердить. Да, у одного стихотворения эпиграф из Марины Цветаевой: «Было тело, хотело жить, жить не хочет». Стихотворение называется «На пасашок». На пасашок, не походя, сугубо, через край, хотела жить под Богом. Ну что же, наливай, и боль нутра животная, полынь в глазах горчит. Хотела жить вольготно, а как душа горит. Кидали камни в спину, усмешкой у глаза. Ты плакала, Марина? Горели образа. Последняя затяжка, сугубо, через край. Исподняя рубашка. Ну что же, поминай. Да, грустное стихотворение. Кофе с коньяком. Цикл такой организовать. Да. Мне снится пятница в заснеженных одеждах, как мы сидим, играем в нарды, например, цедим шикарный кофе с коньяком. Мне 8 кофе с коньяком, желательно без кофе. Ты выпускаешь дым, а я его впускаю. Ты мудр и осторожен, как змея, и на тебе следы зубов. А я как кошка, то подставлю спину, то когти выпущу. Что жизнь? Она так коротка, и времени на споры нет. Нет времени, нам жить еще 3 года, и лучше кофе с коньяком. Не вижу перспектив. Мне снится пятница в заснеженных одеждах. Спасибо большое, Марина, за нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо вам. На этом мы ее, к сожалению, все хорошее не может продолжаться вечно. К великому моему сожалению. Но, надеюсь, мы еще когда-нибудь с вами встретимся в этой аудитории. Желаю всего хорошего нашим телезрителям и на этом
Вместе мы с вами прощаемся. До новых встреч. Сегодня была встреча с Мариной Левиной, и поэтом и ведущей студии Юрий Проскуряков. До свидания. До свидания.